И мы продолжаем рассказывать об удивительных людях, которые проживают в нашем регионе. Среди них и пенсионерка Людмила Кузнецова из Елутровского района, ровесница Тюменской области. Но в свои 75 она даст фору молодым. Душа Людмилы Кузнецовой поет уже 75 лет. В народном хоре «Раздолье» она самая старшая. В коллектив пришла позже всех. Переехала в Хохлово из Нижневартовска. Там она работала в колонии поваром. А здесь, на пенсии, стала местной звездой. Нравится. Не нравилось бы, не ходила. Нравится. Себя чувствуешь моложе. Забываешь все проблемы. География гастролей – весь район, а в августе даже на юбилей области поедет с хором. Впрочем, танцы и пение – не все таланты ровесницы региона. В Доме культуры она нарасхват в каждом кружке. Она участвует у нас в выставках, вяжет, готовит исключительные блюда. Вот сейчас она выступала, значит, была призером, третье место заняли по изготовлению плова. После репетиции женские разговоры о готовке, семье и самом хлопотном – огороде. Крыжовник хороший. Да. Ты мне, Николаевна, давала вот кустик такой разросся. Вот. Вот. Ешьте, давайте. В хозяйстве Людмилы Алексеевны 40 куриц. Раньше были и кролики, но времени на все активистке не хватает. Сейчас в приоритете огород и сад. 23 сотки, не считая цветника. Шутка ли для пенсионерки? Ее подворье в прошлом году признали самым лучшим в Елутровском районе. Вишня у вас хорошая, смотрю. Успел так уже? Она и хорошая, хорошая, но не вся. Вроде с виду такая хорошая, а побочная. Ну, видите, как я почернела. Однобокая. Угу. Ну, видите. А так цвела она, кудряво, хорошо, красиво. В поддержании порядка помогает супруг, опора и добытчик. Все, что на столе, натурпродукт. Вместе собирают мед, вместе ловят рыбу. И это только сближает, ведь артистка Людмила Кузнецова много времени проводит в клубе. Скучаю, скучаю, кто раз и злюсь, что нету. Меня одного оставило. Что, говорит, бегаешь, хватит уже бегать, старая стала. Наоборот, чтобы хоть остепенилась немножечко, дома побыла, да это... Ну, я же не совсем там ночую. Людмила Кузнецова до сих пор не верит, что ей 75. Анна Рабчук, Иван Кобин, «Тюменское время».